этим летом. И 19-й Маркус Решфорд, наставник МЮ Жозе. И пока вроде бы Сити отбивается, но подбор за Юнайтед, удар поворотом. И впервые вступает в игру серьезнейшее приобретение Манчестер Сити. Эдерсон Сантана. Вот он, голкипер-рекордсмен. Рекордсмен пока только по количеству отданных за него денег. Ну и первый сейв его в Манчестер Сити. Переводит мяч на угловой. Давайте посмотрим стандарты, после этого уже поговорим о составе. Блинц. Передача в штрафную. Доходит мяч. Доходит до голкипера Сити. Эдерсона Сантаны. Ну а мы еще раз смотрим предыдущую атаку. Передача со стороны Блинда. Опять же в расчете на рывок. Далее передача на Мхитаряна. Генрих в штрафную. Удар по воротам. Хорошо. Вошел в штрафную Мхитарян. И в итоге пробил. Но голкипер. Новый голкипер. Но борьбу вот за такой мяч, конечно, сложновато было выиграть. Эррера. Удар по воротам. И все тот же Эдерсон. Пока он с дальними ударами справляется. Причем без проблем. Серьезные проблемы Эдерсону создать. Ну и в частности этот. Плотный, хороший, но по центру ворот. Но, согласись, уверенно играет Эдерсон. Да, действительно. Ему мяч в прорыв, на ход. Ну, и в случае с контратаками, конечно, это одно из главных направлений. Блин, до ворот. Дистанция довольно значительная. Удар по воротам прямой. И не опасно. Но снова в створ. Я фиксирую, потому что действительно почти все удары. Хьюстон, we have a derby. Хьюстон, у нас дерби. И это, конечно, отсыл к знаменитой, уже ставшей частью американского фольклора, фразе «Хьюстон, we have a problem». «Хьюстон, у нас проблемы». Уже обозначил те трофеи, которые были выиграны. А к этому мы еще добавляем Кубок английской лиги. Лукаку! И для удара моментального. Но Лукаку сумел сориентироваться и пробил вот так, первым касанием. И попал точно ворота. Вот он, Ромелу Лукаку. Нападающий от бога. И вот Лукаку снова у Мориньо. А Манчестер Юнайтед снова в атаке. Опасно. Удар. Гол. Маркус Решфорд. Как играет Мхитарян на Решфорда. И далее Маркус одним касанием мяч обработал. И вторым. Точно, если Лукаку бил в ближний угол, то, соответственно, Решфорд уже в дальний. Прошел Робертса. Просто видно, что в разной степени готовности футболисты. Ну, а сейчас трудно было Лукаку поспеть к этому мячу. Очень грамотно, конечно, выходит на фланги, и оттуда уже атакует. Какой удар получился! Что это было только что? Есть полное ощущение, что это была передача на Ромелу Лукаку, но мяч сошел с ноги. Вот посмотрите. Посмотрел на своих партнеров Маркус Решфорд. И мне кажется, что все-таки выполнял передачу. Но траектория просто сумасшедшая. И сейчас, конечно, Эдерсону, который остался в составе, было очень и очень непросто переправить этот мяч. Кончиками пальцев достал, буквально ногтями. Увел мяч на угловой. Получился в итоге другой форвард, про которого говорили. И снова Лукаку. Еще раз смотрим. Ну, посмотрите. Убрал одним касанием, усадил Стоунза на пятую точку. И как дал с левой. Ровно в крестовину. Прям в крестовину. Действительно могли не выдержать ворота. Кстати, друзья, если вы не знаете, где состоится Суперкубок Европы 2017, вам будет очень интересно узнать. В Скопье. Матч будет в Македонии, в Скопье. Это политика УЕФА проводить матчи в разных. По сравнению, да, с теми игроками, которых мы сегодня... Опасно! Свисток должен уже прозвучать. Бежит туда. Марокканец Исмаэль Ильфат показывает, что гола не будет. Неужели среди 70 тысяч болельщиков Ильфата футболисты Манчестер Юнайтед не поняли, что здесь было положение вне игры? Посмотри, сколько попыток предпринял Фил Джонс. Да, момент забавный. При том, что очевидный офсайд. Вся оборона Манчестер Сити пыталась просигнализировать. И бедный Исмаэль Ильфат, который так и не смог досвистеться до Джонса, который продолжал пробивать Эдерсона Сантану.